Всем привет! Вы на канале Василий Скрипка. Сегодня хочу показать вам автобус ЛиАЗ-5292. Итак, начнем с моторного отсека. Двигатель здесь установлен ЕМЗ, плохо видно. И установлена система охлаждения гидравлическая, а не электрическая, чем выбор совсем некорректный. Плюс к тому, здесь горит лампочка, ее нужно, чтобы ее выключить, ее нужно вытащить разъем, чем неудобно. Плюс к этому имеются светодиодные фонари, в которых есть влага, и бывает даже имеется вода, и туда могут попасть комары, сверчки, еще какая-нибудь хрень. Блин, как это так, вообще непонятно. Пойдемте в салон. Ну, начнем с кабины водителя. Сейчас. Начнем с кабины водителя. Здесь имеется кнопочка на закрывание дверей и закрывание передних дверей. Этих дверей всего здесь имеется 3 штуки. Вот, начнем с мелочевки. Значит, не знаю, насколько инженеры грамотно вот эти 2 болта разместили и прикрепили вот эту панель к другой панели. Я считаю, что это какая-то совсем непродуманная ситуация. Это, не знаю, инженер то ли выпивший был в этот момент, когда проектировал вот это, то ли чего. Хрен его разберешь. Далее, вот этот блок. Все, конечно, не совсем держится хорошо. Тоже все это стучит, гремит и так далее. Вот в этой кабине имеется, значит, система видеонаблюдения, кондиционер, свет и кнопка вызова СОС. Потом имеется печка, ну, ее, наверное, вам не будет видно, но вот она как раз за этим находится сиденьем. И качество, конечно, сборки желает оставлять лучшего. Плюс по обзору вот это стекло, оно мешает просматривать стойку заднего зеркала. Сейчас я покажу. Вот если вот так вот сесть, то вам, наверное, видно, что половина зеркала, то есть не видно в него. То есть я не понимаю, как вот такое можно сотворить на автобусе, где обзор должен быть максимальным. Видимо, инженеры рукожопые, походу. Вот, ну, как-то же можно хотя бы увеличить стойку, ну, либо какое-то другое принять решение. Полное безобразие. Плюс к этому весь салон держится на бумажках. А именно, вот покажу. Вот здесь бумажка, потом, не
знаю, видно вам будет, не видно. Вот здесь бумажка между панелей. А вот здесь вообще катушка. Это для чего такое решение? Для того, чтобы вот эти все панели, они не скрипели и не было такой дискотеки у тебя в салоне. То есть ты же проводишь достаточное время, то есть как минимум 8-10 часов в этом. И вот этот шум, он, конечно, надоедает. Потом самое веселое, хочу показать вот этот бардачок. Вот видите, дырка. Здесь был замочек. Значит, этот замочек от тряски автобуса прилетел мне на голову. И в итоге где-то потерялся и все еще найти не можем. Вот. А здесь имеется один крючок. Второй был, но почему-то он в эти дырки не закручивается уже больше. Видимо, он на этой пластиковой панели был прикручен. Вот. Плюс здесь уже там все настолько изшоркано, настолько уже все выпадало. Здесь тоже имеются вот эти бумажки. Это все со временем трещит и гремит. Плюс я вот нашел, чтобы крышка, нашел решение, чтобы крышка, ну, тоже так же не шумела, прикрутил бумажки на саморезы. Видно вам, видно, что с одной стороны, что с другой стороны. Кошмар. Плюс хочу еще отметить вот этот ключик. Он треугольный ключик. Заводской, это не заводской ключик. Заводской ключик, он, знаете, как старая от сервантов. От старых сервантов вот такой же ключик. И они очень из какого-то сделаны металла, что они очень хрупкие. И ломаются. И пришлось замудрить вот такой вот ключик. Потому что здесь без треугольника, как без глотка воды. Далее. По панели приборов. Так, отсвечивает. В общем, хочу показать. Вот здесь имеется комбинация всяких разных приборов, информации и так далее. Но про это я не хочу рассказывать, но хочу отметить про одну вещь. Вот здесь, вот где пальцем показываю, написано ОХОЛ. Это температура охлаждающей жидкости. Сейчас показан знак вопроса. При нагревании охлаждающей жидкости более 87 градусов Цельсия начинает показывать именно вот такой значок. То есть точных значений от него невозможно считать. Блин, я не понимаю, как инженеры, блин, проектировали вот это все и что они хотели этим сказать, чтобы водитель сидел и гадал, какая у него температура охлаждающей жидкости. Блин, вообще ничего не понимаю. Может быть, там 100, может быть, уже 120. Зачем ставить знак вопроса? Поставьте конкретные значения. Нет, надо сидеть водителю и гадать, какое там значение, какая там температура после 87 градусов Цельсия. Блин, тоже не понимаю, какой баран это придумал. Это просто ужас. Далее. Пойдемте в салон, покажу вам. Так, нет, не видно будет, возможно. В салоне, значит, вот здесь сделано место для кондуктора. Его здесь по заводу не предусмотрено.
тут стоял поручень и стояли два огнетушителя. Вот они. Я, значит, нашел решение их подвинуть и поставить сюда сиденье, потому что максимальное количество сидений здесь всего лишь 28. Тут, скорее всего, автобус совсем для молодых, чтобы люди стояли, чтобы не было возможности посидеть. Возможно, так, потому что очень мало сидений. Я ездил на Мерседесе 405 95 года выпуска, так там и то 38 сидений, а в некоторых комплектациях и то больше. Вот, для откатных упоров тоже не нашлось места, но вот я нашел вот такое решение, чтобы их поместить вот сюда, потому что иначе их некуда засунуть. Есть еще тоже такая вот нехорошая вещь, это поручень для инвалидов. То есть, чтобы его расправить, нужно его поднять, зафиксировать. Ну, естественно, он болтается, шумит и так далее. Вот это вообще-то уже не понимаю, для чего вот эту хрень так проектировать. Вот она. Когда едешь, она наскрипывает, шумит. Такая дискотека здесь в салоне. Хоть отбавляй. А вот эти все верхние панели. Вот видите, тут бумажка. Не знаю, будет вам видно, нет. Вот эти все верхние панели вдоль всего салона автобуса. Они все на бумажках. Ну, где будет видно, я потом покажу. Значит, тоже... Как они проектировали? Почему не, неужели нельзя как-то сделать так, чтобы не подлаживать туда никакие бумажки и чтобы не было такой дискотеки в салоне? Что касается печек, под этой решеточкой имеется печка. Чтобы до нее добраться, нужно открутить 6 саморезов. И сломать себе руку в 5 местах, чтобы эту печку открутить и вообще снять оттуда. Ну а если делать это сверху, нужно снять вот этот треугольник и снять вот эту панель. Чтобы вот этот треугольник снять и вот эту панель, нужен такой геморрой и много очень времени, чтобы вот это все безобразие снять и добраться до этой печки. Но сзади еще веселее. Значит, здесь точно такая же врезанная печка. И чтобы тоже точно так же туда добраться, нужно в 5 местах себе сломать руку. А сверху в 3. Вот. Здесь также вся вот эта панель, она значит на бумажке, чтобы она не скрипела, не гремела и так далее. Здесь нет где-то болтов, потому что подвеска очень жесткая и вот эти болты раскручиваются, выпадают и так далее. Сиденье. Чтобы вот эту заднюю стеночку, крышку вот эту открыть, нужно снять вот эти два сиденья. Значит, чтобы снять эти два сиденья, нужно снять обивку сиденья. Значит, а эта обивка, она на клипсах. И когда ты сдергиваешь обивку, то клипсы ломаются. И невозможно снять ее практически аккуратно, вот эту обивку, не сломав клипсы. Значит, нашли решение прикрутить сюда саморезы, чтобы вот эта обивка сиденья держалась. Дальше. В этом салоне имеется 6 печек плюс батарея. Плюс вот эта батарея. Так.
Вот не знаю, будет вам видно, не будет. Вот в каждой вот этой панели, вот сейчас покажу. Значит, от этого конца до конца вот этой панели тут несколько бумажек сделано. Это для того, чтобы не скрипел, ходуном не ходил салон. Чтобы не было дискотеки в салоне, не было посторонних шумов и так далее. С люками тоже веселуха. Они настолько так легко открываются и закрываются, что они даже могут на ходу закрыться. Вот. Настолько все так не продумано. Также дверь кабины. Значит, она тоже на бумажках. Вот, раз бумажка, два бумажка. В общем, весь салон автобуса ЛиАЗа 5292, он проклеен бумажками. Стоит этот автобус 9 миллионов. Автобус этот 2019 года выпуска. И за 9 миллионов состряпали вот такой чудо-ЛиАЗ. В общем, возмущению нет предела по качеству сборки этого автомобиля, автобуса. Как они его проектировали, в каком состоянии инженеры были, никому не известно. Как делали шляпу, так и делают вот эту шляпу. Ладно, всем пока.